Всем оригинальное приветствие, меня зовут Денис Калмыков, также известный как Оптимистер, и сегодня я специально для Event Vloggers решил рассказать про фильм «Нимфоманка», часть первая. Это новая, естественно, скандальная картина Ларса фон Триера, других у него вообще, мне кажется, не бывает, о женщине, которая все время хочет секса. Она рассказывает свою историю, сам фильм состоит из 5 глав, и знаете, вот когда я читал синопсисы, когда я... узнавал, о чем будет кино, когда я узнавал актерский состав. Актерский состав, кстати, потрясающий, действительно, объединить таких актеров в одном фильме, там, Ума Турман, Шайа Лабаф, Гинзбург. Это вот особый респект режиссеру за то, что он всех их собрал в одной картине и заставляет играть такие роли. Когда я только готовился к походу на это кино, я и думать не мог, что меня ждет. Но я думал, ну, будет провокация. Как сказать, самый влиятельный, точнее, повлиявший на меня фильм Ларса фон Триера, при том, что я его абсолютно не люблю, это «Антихрист». Абсолютно, по-моему, провокационная, чернушная работа. Но могу сказать, что это тот самый фильм, который просто не выходит у меня из головы. Самый значимый для меня фильм... Это «Меланхолия», это определенно точно «Меланхолия». Как раз-таки вот эти два фильма, «Антихрист» и «Меланхолия», они входят в одну трилогию, в которую же входит и «Нимфоманка», из двух частей фильм состоящий, я напоминаю. И, собственно, «Антихрист» мне не нравится, при том, что он просто в моем сознании поселился, я его не могу забыть, я просыпаюсь в холодном поту до сих пор. «Меланхолия» — очень депрессивный фильм, который для меня стал немножко даже личным, который в свое время вытащил меня из депрессии. А... «Нимфоманка» — это что-то вообще особенное. То есть я, конечно, не могу подвести вердикт сейчас полноценный о картине в целом, потому что только половина фильма увидена. Но определенно точно я могу сказать вам, что если у вас что-то есть вот в голове еще, если вам интересно, чтобы фильмы, не только просто фильмы вас развлекали там или дали какие-то эмоции, там, как, например, там «Трансформеры», «Тихоокеанский рубеж», прочие блокбастеры, а если вы хотите, чтобы у вас оставалась какая-то пища для ума, то непременно идите на «Нимфоманку» и идите на вторую часть затем, потому что, ну, действительно, это то зрелище, которое, как модно говорить в пабликах ВКонтакте, меняет сознание. Я не знаю, как сказать еще про фильм «Нимфоманка», кроме того, что необходимо на него идти. То есть в этом фильме действительно соединено сочетание несочетаемого. Здесь есть Бах, секс, Рамштайн, великолепные актеры, сюжет о нимфоманке, который сочетается с рассказами о рыбалке. И как бы это сейчас ни звучало, это просто нужно увидеть своими глазами. Готовьтесь, фильм идет с титрами, и, скорее всего, вы попадете на цензурную версию. Несмотря на то, что вы попадете на цензурную версию, сиськи и письки там тоже будут, поэтому, ну, если кто-то за этим идет, то вы увидите то, что хотите. В общем-то, напоминаю еще раз. Посмотрите «Нимфоманку», посмотрите вторую часть «Нимфоманки». И, в общем-то, это был Денис Калмыков, также известный как Оптимистер. Всех люблю, всем пока!